Канасуке Маэцу Сита. Перед каждым человеком открывается своя дорога. В пути нас часто ждут разочарования, но лишь храбрость, настойчивость и упорство каждого человека помогут ему открыть свой истинный путь. Именно это и приносит настоящую радость. Ну что, великолепная цитата, осмысленная цитата, опять-таки, зрелого человека. У каждого действительно, можно так сказать, открыто огромное количество путей, и в том числе, можно так сказать, его кармическая дорога. И разочарования возникают по разным, конечно, причинам. И у меня это все было, поныкался, и так, и сяк, и так, пока не вышел на свой собственный путь. На путь, вот которым я иду, раскрытие своего собственного потенциала. И вот в основном в сфере здоровья. Хотя я по многим и другим вопросам, которые касаются творчества, но вот как-то они не так меня цепляют, как вот именно более философское осмысление жизни и возможность оставаться здоровым для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Значит, храбрость, настойчивость и упорство открыть свой истинный путь. Да, вот смотрите, храбрость в свое время мне пришло, вот лично мне пришлось проявить храбрость, это рассчитаться с работы, когда я работал начальником спасательной станции. Я гарантированно получал свою зарплату. У меня была семья, у меня уже было двое детей. А я погреб по пути писательства, по пути популяризации здорового образа жизни. Храбрость изначально особо не получалось. Настойчивость и упорство каждого человека помогут. Вот настойчивость и упорство. Можно было бросить ведение канала, когда там вот всего лишь навсего там 10 тысяч. Я с 11 года. Уже 9 лет, можно сказать. Ну, развиваю как надо канал. Я только вот 19-й год полностью посвятил. 19-20. То есть как надо, я начал его только развивать. Вот год с небольшим. И в дальнейшем меня ждет, естественно, радость. Когда там будет 50 тысяч, потом 100 тысяч будет. Радость будет от того, канал принесет посетителям какую-то пользу. Очень много видео на самые разные темы, в которых вот человек ищет или какая-то, допустим, фраза, только раз щелк и поможет ему что-то осознать, поможет ему в чем-то продвинуться, поможет ему даже здоровее там стать. Вот это вот основное. И знаете что, вот я еще думаю, вот мне бы, конечно, хотелось бы побольше быть денег там, чтобы то есть все, пятое, десятое. Но я понимаю, что вот все-таки то, что я имею, это достаточно для того, чтобы я трудился, особо не думался. Как только больше денег начинают возникать мысли, ага, куда их вложить, как их сохранить, как их оберечь, как их еще. И привлекаются людишки, которые тебя норовят на больших деньгах, это уже было, обмануть, обобрать и прочее, прочее. От ваших щедрот не откажусь. И свои щедроты выложу. Уильям Дюрант. Забудь о своих ошибках. Забудь о поражениях. Забудь обо всем, кроме того, что ты собираешься делать. И делай. Прекрасная рекомендация. Но я бы не сказал, что забыть о своих ошибках и поражениях. Просто-напросто проанализировать их и действовать. И вот когда, конечно, человек вот это все сделает внутри себя, осознает, что и как, вот эта вот вера должна быть. Тут вот в основном говорится о том, ты собираешься делать и делай. То есть, чтобы это показать пространству, что твои намерения серьезны, как правило, тебя всегда будут испытывать на тему твоих намерений. А насколько ты намерен это сделать? То есть вот стать, грубо говоря, ну если так вот быть, вот ты хочешь выжать там лежа 100 килограмм. А насколько ты это готов отдать себя, потратить время на достижение вот этого? Это одно. И совсем другое, когда ты ставишь цель 200 килограмм.
Здесь совсем другое должно быть. Да, и травмы будут, и то будет, и все будет. Но ты веришь в себя, ты поставил себе цель, ты показываешь, что действительно ты это хочешь, и это тогда случится. И так точно, ну это вот я все отношу к тяжелой атлетике и к развитию там силы, а так примерно развивается все. И бизнес, и творчество, и все-все. То есть важно показать свое намерение, насколько ты готов за него, будем говорить, вот, воплотить своих собственных жизненных сил, средств и всего для того, чтобы достигнуть. И тогда это очень хорошая рекомендация. Уолтер Крайслер, я так понимаю, это как раз автомобильный босс. Так, когда есть тяжелая работа, я всегда поручаю ее ленивому человеку. Он обязательно найдет какой-нибудь легкий способ выполнить ее. Лентяи, конечно, не любят трудиться. И они иные тогда используют оригинальность. Вот действительно, если разные люди работают у вас там, допустим, в компании, и, как бы сказать, ну, на одном уровне, ну, один там ленится, да, другой там как трудоголик. И вот действительно, один берет оригинальностью, то есть выкопать яму, один пригнал экскаватор, допустим, и выкопал, а другой взял лопату и копал, долбил. То есть это разный действительно подход к этому. Ну, это интересная, интересная вещь. Замечено, я так думаю. Фрэнсис Бак Роджерс, американский менеджер, автор книг, 10 лет возглавляет маркетинг IBM. IBM, значит, что, такая могучая фирма компьютерная. Ну, что он говорит? Мне не приходилось встречать преуспевающего торговавшего работника, который отправлялся бы клиенту с предложением заранее к этому не подготовившись. Когда человек готовится и просчитывает или продумывает различные ситуации, как человека убедить своего клиента, естественно, у него он будет намного лучше готов, нежели тот человек, который просто-напросто ничего в этом деле не сделает. То есть очень важно подготовиться к встрече. Вот как я, когда с вами беседую, я же не просто там вот рассказываю там только там про соду, а я затронул массу других вопросов вокруг соды, дабы показать, что вот так вот она там воздействует и на те области, и на другие. И вы тогда понимаете, что одно дело, есть просто рекомендация там одного человека там пить и вот для того, чтобы защелочить, а есть другие совсем рекомендации, и вы уже начинаете прислушиваться ко мне, вам со мной интересно, а раз вам со мной интересно, значит, вам, грубо говоря, можно впарить какую-то штучку. Джеффри Безос. Бренд для компании как репутация для человека. Вы завоевываете репутацию, хорошо справляясь со сложными задачами. Люди это со временем замечают. Я не думаю, что где-то можно срезать путь. Ну, вот так точно я и действую. Репутацию, для того, чтобы завоевать репутацию, необходимо в первую очередь, чтобы то, что вы говорите, работало. И когда она работает, вы читаете, делаете, и все идет по-читанному, как вот вы мне писали насчет целительных сил, тогда, естественно, возрастает доверие, и ваша репутация растет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!